Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, жизнь прекрасна, все хорошо, все хорошо. Ой. Еще чаю, что происходит, я не понял. О, я не могу. Это баг разработчики. Я телепортировался мгновение, того, я прошел сквозь текстуры, что это за дерьмо? Так много нежелательных личностей, кто с это которыми надо разбираться. Какая скептики, грубость! Ты недоброжелатель. Ну-ка, обратно мне телепортируй. Палач не спит третий лет на... Шеогорат. Шеогорат? Я не верю, что это Шеогорат. Не верю. Пустите меня. Что происходит? Я не знаю. Ну, помогите. Я сейчас удалю игру, что происходит. Сладкий рулет. На, жри, Шеогорат рулет. Я могу подобрать мед? О, бутылочку. Выпусти меня отсюда. Чё вы базарите? Чушь. Я тебе по щам. Хобота мамонта. Выпустите меня. А? Отрубленная голова. Ах да, и еще сыр. Чё вам надо, а? Мрази. Да, моя да, психика страдает. Но он издевается, видите? Вон светлячок летает. Где открытый мир, я не понял. Где? Почему я не могу идти, куда я хочу? Давайте быстрее, да, что да, надо иди. От меня. Какая бесконечными обязанностями и заботами. Что, где мой шмот? У меня был доэдрошмот. Доэдретический. Что это за бичиха? Где отсюда? Какая грубость. Ой-о, ну? Давай ладно, быстрее, серьезно. Быстрее. Постой. Может, и я... Ладно. Но ведь это просто безумие. Но только... Но... А если... Да да хватит уже базарить. Чё надо тебе от меня? Давай, давай, быстрее, быстрее. Ты сперва найдёшь... Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Да... Ваба-джек! А? Я понял, мы попали, а? Да, в безумие этого Шеогората. Нет, это ну, просто псих. Мне какую-то палку дали. Чё с ней делать? Толкать ему в попу палку эту. Пойдемте. Так. Сейчас будем нагибать всех. А, он там что-то еще бормочет. Для тебя, Пелагий с детства страдал ночными кошмарами. Ночной кошмар. Где все, ночной кошмар? Я его ночной кошмар. Найди что-то, ой. Что не стоило сюда, няшку. Увидишь, это типа баг, что ли, да? Легко. Но ненадолго. Так, надо сохранить на всякий случай. Ну и чё, и чём прикол? Ну, овечка, коза или что-то такое. А, это корова. Ну, корова появилась, и чё дальше? Опа! Что происходит? Кто здесь? Меня убили! Меня фура задавила! Так, а тебе что надо? О, как все серьезно! Смотри, какие кошмары! Просыпайся! Кто здесь? О, огненная атрана. Просыпайся. Нереально, это просто игра шокирует. Слишком страшная игра, вы понимаете? Слишком страшная. Ты чё бегаешь-то? Что ж, я не выдержу этого. Внимание. Пока Пелагий на коне и в седле, ты движешься к цели. Мы оба совсем скоро ну будем и чё? Дома. А, это, наверное, типа испытание, да? Ну ладно. Сейчас мы попробуем посмотреть, что нас ждет дальше. Интересно, интересно. Ну это реально, это шок-контент, о, реально. Это не для детей, грустный. То есть это очень страшно. Пелагий боялся и ненавидел столько всего. Убийц, диких собак, нежить, черный хлеб. Эй, ты. Но больше... Мелкий. И конец тебе! Он ненавидел самого себя. Тут можно во всех деталях увидеть, как он... А, наверное, сделать его большим, да? А, предсказуемо. Давай, братюня, расти, расти! Раздави его. Самоуничижение усиливает гнев Пелагия. Но его уверенность будет сказываться с каждым ударом. Тебе следует привести эту пару к равновесию. И чё? Ну вот. Вс
все? Отлично проделано. Пелагий наконец-то готов полюбить себя. Что-то слишком легко для моего разума. У меня IQ 250 тысяч в секунду. Ну, бежим еще один, ладно, проверим сейчас. Что-то палка делает, я так и не понял, наверное, просто превращает. А, отличный выбор! Отличный выбор. Для меня. По-моему, крайне забавно, когда чё, куда, все они гоняются за тобой. Для тебя это может чуть менее смешно. Чё, кого убивать-то? Понимаешь, мамаша Пелагия была, ну, скажем так, особенной. Хотя, думаю, по большому счету, для септимов она была довольно обыкновенной. Ну и чё это за чушь? Эта женщина разила страхом, как ножом. Или размахивала ножом, нагоняя на людей страх. Не было никогда. На. Да, но сына она хорошо воспитала. И все, что ли? Пелагий очень рано усвоил, что... И все? Прийти, ой! За доли любой секунды мой разум нашел решение. Через кого угодно. Не, все, я после этого игру удалю. Слишком страшно, я реально. Думал, я просто слишком в шоке. Когда угроза исчезнет, Пелагием завладеет... И чё дальше? Но это не важно. Так что я могу и передумать вдруг. Куда идти мне? Пелагий Септим Третий... Нет, всё, я не могу, слишком страшно.